Абдурахман ибн Ауф. Да благословит тебя Аллах за то, что ты дал. Да благословит тебя Аллах за то, что ты оставил себе. Из призыва посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Он был одним из тех восьми первых, которые приняли исламскую веру. Он был одним из десяти, которым еще при жизни был обещан рай. Он был также одним из шестерых членов Совета в день избрания халифа после Аль-Фарука, он был среди тех, кто выносил фетвы в медине в то время, когда посланник Аллаха Аллахам находился среди мусульман. Он был среди молодежи Медины, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сплачивал там ряды мусульман. В доисламскую эпоху его имя было Абду Амар. Когда же он принял исламскую веру, благородный посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, назвал его Абдур Рахманом, рабом милостивого. Таков Абдур Рахман ибн Ауф да будет Аллах доволен им. Абдурахман ибн Ауф принял исламскую веру до того, как благородный посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, вошел в дом Аль-Аркамы и двумя днями позже того, как ислам принял правдивейший Абу Бакр. Подобно всем первым мусульманам, Абдурахман претерпел такие же тяжкие испытания. Однако, как и они, он выстоял, был твердым и правдивым в вере. Как и многие другие мусульмане, спасая свою веру, он переселился в Эфиопию. Когда посланнику Аллаха, саллиллаху и его сподвижникам было разрешено Аллахом переселиться в Медину, Абдурахман был в авангарде тех, кто переселился во имя Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи Когда посланник Аллаха, алейхи вассалям, начал братание мухаджиров с ансарами, он побратал Абдурахмана с Аадом ибн Абирабия аль-Ансарий. Саад сказал своему брату Абдурахману ибн Ауфу, «О, брат мой, я самый крупный собственник в Медине. И у меня есть два сада. Кроме того, я женат на двух женщинах. Выбери сам из этих двух садов один, который тебе приглянется. Я уступлю его тебе. А также выбирай одну из моих жен, которая нравится тебе больше, чтобы я развелся с ней, и ты смог бы взять ее. Абдурахман ответил своему брату Алянсари. Да благословит Аллах тебя, твоих близких и твое имущество. Но мне хотелось бы, чтобы ты показал мне, где здесь базар». Саад показал Абдурахману базар, и он начал торговать там, покупать и продавать товар, извлекать доходы и копить средства. Очень скоро Абдурахман собрал необходимые средства для махры, женился, а затем пришел к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, распространяя вокруг себя ароматы благовоний. «Что с тобой?» – удивленно воскликнул пророк, алейхиссаляту вассалям. «Я женился», – ответил Абдурахман посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спросил, «А какой махар ты выделил своей жене?» «Я дал ей один нават золота», — ответил Абдурахман. «И обязательно устрою угощение, подав хотя бы одного барашка, и да благословит тебя Аллах в твоем имуществе», — сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этих слов, — сказал Абдурахман, — «жизнь сама устремилась ко мне навстречу. Мне даже показалось, стоит поднять любой камень, как я найду под ним золото или серебро». В битве при Бадре Абдурахман ибн Ауф геройски сражался во имя Аллаха и в бою убил врага Аллаха Умайра ибн Усмана ибн Кааба от а Таймию. В битве при Уходе Абдурахман проявил твердость, когда дрогнули воины, и сохранял стойкость, когда потерпевшие поражение начали отступать. Когда он вышел из боя, на его теле насчитывалось более 20 ран некоторые из которых были настолько серьезны и велики, что в них свободно входила рука. Наряду со всеми этими подвигами, джихад Абдурахмана ибн Ауфа на поле боя не шел ни в какое сравнение с его джихадом в пожертвовании своим имуществом. Однажды, намереваясь снарядить отряд для проведения военного похода, посланник Аллаха, ﷺ вассалям, обратился к своим сподвижникам со следующими словами. «Делайте ваши пожертвования, так как я намереваюсь отправить воинов в военный поход. Абдурахман ибн Ауф помчался домой, затем быстро вернулся и сказал, «О посланник Аллаха, у меня есть четыре тысячи, из которых две я вверяю моему владыке, а две оставил моим детям». Услышав это, посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, воскликнул, «Да благословит тебя Аллах за то, что ты дал, да благословит тебя Аллах за то, что ты оставил себе». Когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, принял решение совершить военный поход на Табук, а это был последний в его жизни поход, он испытывал большую нужду, как в средствах, так и в войнах. Византийская армия была очень многочисленной, а Медину именно в этот год поразила сильнейшая засуха. Войскам предстоял длительный и тяжелый поход. Продовольствия было мало, а нехватка верховых животных была такой острой, что, когда к пророку, саллиллаху алейкуслям, пришла группа верующих с настоятельной просьбой взять их в поход, он был вынужден отказать им, поскольку им не хватало верховых животных. Со слезами на глазах и очень опечаленные, эти люди удалились, сетуя на невозможность сделать свой вклад в общее дело. Этих людей назвали плачущими, а силы, участвующие в походе, армией тяжелого положения. В такой ситуации, Посланник Аллаха, алейхиссаляту повелел своим сподвижникам делать пожертвования во имя Аллаха, указав, что это доброе дело будет зачтено Аллахом. Все мусульмане как один бросились исполнять призыв пророка, алейхиссаляту Среди первых жертвующих был Абдурахман ибн Ауф, который сделал свой вклад в размере 200 унций золота. По этому поводу Умар ибн Аль-Хаттаб сказал посланнику Аллаха, алейхиссаляту то, что делает Абдурахман, является грехом. Он же совсем ничего не оставил своим родным и близким. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху салям, спросил, «Оставил ли ты у Абдурахман что-нибудь своим близким?» Он ответил, «Да, я оставил им нечто большее и лучшее из того, что я потратил». «Это сколько же?» – спросил посланник Аллаха, саллиллаху алейху салям. «Это все обещанное Аллахом и посланником его пропитание, добро и награду». — ответил Абдурахман. Мусульманская армия выступила в поход на Табук. В этом походе Аллах удостоил Абдурахмана и ибн Ауфа такой чести, какой не был удостоен ни один из мусульман. Однажды пришло время намаза, а посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, не было. Тогда Абдурахман ибн Ауф собрал мусульман и, заняв место имама, начал сам руководить общим намазом. Едва закончился первый ракат, как к молящимся присоединился посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Следуя за действиями Абдурахмана ибн Ауфа, он встал в ряды молящихся и отмолился за его спиной. Разве может быть что-нибудь более почетнее и достойнее, чем быть имамом у всех людей и имама пророков Мухаммада ибн Абдуллы, салляллаху алейхи вассалям. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, умер, то Абдурахман Рахман ибн Ауф стал защитником интересов матерей правоверных, жен пророка, салли вассалям, и их опекуном. Он ходатайствовал об их нуждах, сопровождал их в поездках и паломничестве, покрывая их поланки на зелеными балдахинами и показывая им различные интересующие их достопримечательности. Такой честью и доверием со стороны матерей правоверных Абдурахман ибн Ауф мог по праву гордиться. Благотворительность Абдурахмана и Бунауфа в отношении мусульман и матерей правоверных достигла такой степени, что он продал принадлежавшую ему землю за 40 тысяч динаров и полностью разделил эти деньги между людьми племени Зухра, а также бедными мусульманами и мухаджирами. Деньги получили также все жены пророка, алейхиссалату вассалям, и когда мать правоверных Айши получила причитающуюся ей долю, то воскликнула «Кто же послал эти деньги?» Когда же ей ответили, что это сделал Абдурахман ибн Ауф, то Айша сказала, «А ведь посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, «Никто не проявит к вам жалости после меня, кроме стойких». Призыв посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, к Всевышнему не спаслать благословение Абдурахману ибн Ауфу и держать его под своей сенью, сопутствовал ему в течение всей жизни. Абдурахман стал самым зажиточным из подвижников посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, его торговля росла и приумножалась, а караваны, принадлежавшие Абдурахману, непрерывно уходили из Медины и пребывали в нее, доставляя ее жителям пшеницу, муку, масло, одежду, посуду, благовоние, а также все необходимое. Из Медины караваны Абдурахмана вывозили излишки лучшей продукции, производимой там. Однажды в Медину прибыл очередной караван Абдурахмана и Бенауфа, в котором было 700 вьючных животных, да, именно так. Там было 700 вьючных животных, которые привезли продовольствие, а также другие товары, необходимые людям. Верблюдов было так много, что когда караван вступил на территорию Медины, то земля в городе задрожала под их копытами. Айша воскликнула, что означают эти сотрясения и шум, и сказали, это караван Абдурахмана и Бенауфа, в котором 700 верблюдов привезли пшеницу, муку и другое продовольствие. Айша, да будет доволен ее Аллах, воскликнула, да будет благословение Аллаха в том, чем он наградил его в этом мире, и да будет награда его более великой в ином мире. Я слышала, как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил, наградой Абдурахману и Науфу будет то, что он попадет в рай. Еще до того, как верблюды каравана опустились на землю, гонец передал Абдурахману и Науфу слова матери правоверных, содержащие радостную весть о том, что он попадет в рай. Едва это счастливое известие достигло его ушей, как он окрелённый помчался к Айше и сразу же спросил ее: «О мать правоверных, неужели ты слышала это от самого посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям?» «Да», — ответила она. Абдурахмана обуяла радость, и он воскликнул. «О, если бы я мог, то вошел бы в рай и стоя. Я торжественно свидетельствую о мать правоверных, что весь этот караван со всем грузом, вьюками и поклажей я жертвую во имя Аллаха. После этого прекрасного и сияющего дня, когда Абдурахману и Бунауфу пришла добрая весть о том, что ему суждено попасть в рай, усилилось и возросло его стремление расходовать средства во имя Аллаха и делать пожертвования. Абдурахман начал направо и налево, негласно и открыто, делать большие пожертвования. Вначале он пожертвовал 40 тысяч дирхемов серебром, а затем 40 тысяч динаров золотом. Его следующий взнос составил 200 унций золота. Кроме того, Абдурахман предоставил 500 коней для отряда муджахидов, а затем еще 1500 верховых животных для другого отряда. Находясь при смерти, Абдурахман ибн Ауф отпустил на свободу большое число своих рабов. Наряду с этим он завещал каждому из оставшихся в живых участников битвы при Бадре 400 динаров золотом и каждый из этих ста бойцов получил эту сумму. Большая сумма была также завещена каждой из матерей правоверных. Мать правоверных Айше часто вспоминала Абдурахмана с мольбой «Да напоит его Аллах из Сальсабиля». И после всего этого то, что он оставил своим прямым наследникам, составляло несметное богатство. Его наследство включало тысячу верблюдов, сто коней и три тысячи овец. Каждая из четырех жен Абдурахмана – получила причитающуюся ей долю наследства в размере 80 тысяч. Оставшегося после него золота и серебра было так много, что делившие его между собой наследники устали рубить слитки топорами. Все это богатство пришло к Абдурахману благодаря тому, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, возвал ко Всевышнему и спрашивая благословения Всевышнего для имущества Абдурахмана. Однако эти богатства не испортили и не изменили Абдурахмана и Ауфа, когда люди видели его среди своих рабов, то по своему внешнему виду он ничем не выделялся среди них. Как-то в один из дней Абдурахману принесли пищу, когда он постился. Он посмотрел на этого человека, а затем вымолвил. «Погиб Мусаб ибн Умайр, который был лучше меня, а мы, в поисках савана среди его имущества, не нашли ничего, кроме куска ткани, который закрывал голову, но открывал ноги, или же закрывал ноги, но открывал голову». А нам Аллах дал все эти жизненные блага. Истинно боюсь я, что наша награда дана нам уже сейчас». А затем он начал рыдать, расстроившись до такой степени, что почувствовал отвращение к пище. Вечное блаженство Абдурахману и Бунауфу и тысячи великих радостей. Радостную весть о рае ему принес наиправдивейший Мухаммад ибн Абдулла, саллиллаху алейхи вассалям. Погребальные носилки с телом Абдурахмана к его последнему прибежищу Нес дядя посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, Саад ибн Абуакас. Намаз за ним совершал Зуннурайн, Осман ибн Афан, а в последний путь провожал правитель правоверных Алей ибн Буталиб, который сказал: Ты достиг и познал чистоту этой жизни, избежав любой лжи, да не спошлет Аллах тебе свою милость.